Ля-ля тюльпан. Подъезжаем. Знаменитая Уфимская мечеть. Ля-ля тюльпан. Ля-ля значит тюльпан переводится. Минареты созданы в виде тюльпанов. Очень красивая мечеть Уфимская. Ох, какая красота! Жаль, что сегодня пасмурный день. А в солнечный день на фоне синего неба эти минареты просто волшебные. Тюльпаны. Оригинальная мечеть. Нигде в мире больше нет такой. Расположена высоко на горе. Вот, отсюда вид сбоку. Мечеть находится на горе. Великолепный вид с горы, конечно, летом. Но сейчас вот плохо видно. Вдалеке видно долину реки Белая. Сейчас пойдем внутрь. Вот вход в мечеть. Какой красивый вход. Аллаху, рахим и тегис, добро пожаловать.